наездник Наумов. Третий номер команда Тюменской области «Переплет», мастер-наездник Попов Владимир. Четвертый номер «Сарафан снят». Пятый номер «Серый Лейк Плэссид». Едет... Так же, как вчера. Просто из-за того, что на нем любитель едет. Старт седьмому заезду. Перед со старта повел «Переплет». На второе место определился «Лейк Плэссид». Третьим «Касатик». Пройдено за 30,8 секунды. Бег ведет «Переплет». К нему приблизился «Лейк Плэссид». Сменил «Переплета» «Касатик». На четвертой позиции «Жупел». По-прежнему ведет «Переплет». В спине у него «Касатик». С поля на второй позиции «Лейк Плэссид». Серый «Переплет» – победитель ринга «Выловки». Среди рысаков орловской породы старшего возраста. Очень кучно идут лошади. Дистанция длинная, 3200 метров. Зачем ты забираешь? Ведет «Переплет». Полем поехал «Жупел». Четвертая четверть пройдена за 35,8 секунды. Бег по-прежнему ведет «Переплет». В спине у него «Касатик», на второй позиции «Лейк Плэссид». Пятая четверть дистанции пройдена за 34,4 секунды. И вот теперь наездники устремились к финишному столбу. Бег ведет «Переплет», но полем его пытаются захватить «Касатик».
Михаил Жупел. Очередная четверть дистанции пройдена за 33 секунды. И вот мы видим, на первое место определился «Касатик», команда Челябинской области. Извините, команда Кировской области. На второй позиции «Переплет», команда Тюменской области. На третьей позиции «Лейк Плэсид», команда Республики Удмуртия. Очередная четверть дистанции была пройдена за 31,2 секунды. Итак, зрители, борьба на финише. Встречайте победителя.